Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 316-е упражнение. Нужно прочитать текст, определить его основную мысль, сгруппировать слова, в которых пропущены буквы в окончании, в корне и в приставке, и обозначить морфемы. Итак, основная мысль текста: на Сахалине нелегкий климат, но жители его не боятся трудностей. Пропущенные буквы в окончании. Слова на окраине, родины, в корне, полосе и покидать. И последнее в приставке. Расположен, приходит, расчищают. Раздельно пишется «не хочет» и «не бояться». Также мы выписали слова с пропущенными буквами. Москвичам, туликам, нижегородцам, снегопада, снегоочистители, лыжники, рыболовы. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!